Пишу, короче, привет, зритель, пост в телегу. И не могла ни это, ни заснять. Да, у меня дикий тремор. У меня тут это полуобморочное состояние с частым дыханием, хоть я мясо и пожравший, и лапа дрожит. Даже я чую, что она дрожит. Я ее другой лапой держу, которая вроде меньше дрожит. Я почитала про стабилизаторы и поняла, что трехосевой это не то, потому что я слегка слепая. Я поняла, что мне надо двухосевой, но у меня денег все равно нету, даже если тупо на какой-нибудь там. Ну, как бы я поняла, что лучше покупать Huawei или то, что поддерживает Honor 9A. И в среднем оно где-то от 2500. Ну, от 2 до 3. Скажем так, там птичка прыгает, вон птичка прыгает, и мы туда вот это. Птичка вообще охреневшая такая, прыгает и прыгает. Окошко сюда прыг-прыг. Да, у меня тут яблок. Мне вчера яблок подогнали. Победа, которая вот, ну, не лежит, но. В сравнении с тем, что у меня осталось, а тут, правда, победы ни хрена нет, тут другие яблоки. Жена у меня пока временно на окне лежит. Я стараюсь не захлоблять, но вот тут как-то в последние дни тут помирающая такая была стабильно. И вот у меня тут. Оно, кстати, высохло, надо убрать. Или почти высохло. Думаю, что высохло, надо убрать. Это эти мешочки с мыльными орехами. Я не знаю, тут. Камеру-то на себя не переставишь сразу, только если на паузу и на себя переставить. У меня тут волосы как бы расчесаны, высохшие. Мыло самопальным шампунем. Мыльную основу сегодня обозрю. Вон там стружка, которую я тоже потом обозрю. Там у меня в контейнере мясо на, ну, в смысле, котлетки размораживаются, чтобы сделать их паровыми. Меня больше прикололо, как это животное тык-тык-тык-тык создавало. У нас тут снег выпал. Возможно, меня колбасит от того, что снег выпал. У меня тут было. Остатки было роскошь. Десятилетняя недавности мате сицилиане. Вон та хрень. Хрень. Тут что, семечки. А я хочу же биоломикс замутить. И да, у меня был, короче, компот. И я про него что-то забыла. И он у меня, хочется сказать, принял ту самую религию. Но есть же попобольцы за последние 6 лет жизни этого канала. И будут, конечно же, всякие там конфликты межрелигиозные поднимать. Знаю я таких. Были у меня там 2,5 хейтера. Ну, короче говоря, ласты склеил. Я перелила в баночку, покрыла крышкой. Тут слышу, оно как-то шипит. Думаю, хрен знает, вдруг оно бомбанет. Открыла крышку, и оно у меня стоит. Я из тех людей, которые умеют при случае сделать хорошее вино, но пить его не будут. И хотят найти того, кто это будет пить, из тех, кто любит это домашнее вино. Ну, все. Птичка контрапупилась. Чуть было не сказала то слово, которое, по идее, матное, но выдумала я его я. И в моем случае оно не матное, но мало ли кто, что не так поймет. Ой, я тут фонарь включила. Я не буду фонарь включать. Мырк-мырк. У меня ведь этот самый растений зацвел. Я надеюсь, она не будет его сжрать. Алиса, ёшкин кот. Дай нам это показать, цветочек. Вай-вай-вай. Хвост тут в камеру влезает. Короче, у меня вот этот товарищ зацвел. Спасибо зрительнице, что задонатила мне на днях 200 рупий. Я про это вообще хотела сказать на монтаже обзора последнего пакета. Ну, у меня, правда, новый накапливается, но не настолько большой, как тот. На 55 минут этот съесть или выкинуть на монтаже. Но так как я сейчас внезапно снимаю на телефон и буду, надеюсь, у меня загрузится через виртуальную программу, поставленную на этот телефон, через Google, короче, аккаунт. А то он мне что-то не все видео видит. Но если не загрузится, загружу, как обычно, с браузера. Вот ролик. Ну, кошка вообще. Кошка. Я сижу, он на меня прыг. Если я как бы, ну, просто сижу, не ем уже ничего, думаю, потому что есть буду, она прыгнет, мне неудобно есть. Тут просто сижу специально, чтобы она прыг, чтобы она помурлыкала и погладила. Ой, вообще. Что-то я смотрю, сейчас популярен стал один ролик у меня на канале этих самых про Ермолина. И люди вот, ну, есть хейтеры еды, вот это тот самый случай хейтера еды. Та хейтерша еды, что писала мне в комментах, ты что, сама приготовить, я не знаешь, иногда проснешься, а ты в обмороке. И не то, чтобы приготовить, сил нету, встать-то не физически не можешь. И хорошо, если можно позвонить близкому родственнику.
и близкий родственник прискочит, но при этом как бы дверь-то изнутри запертая, у меня такой замок, что заходит бжик, и снаружи открыть уже никак, если изнутри кто-то заперся. Короче, доползешь на автопилоте, по стеночке держась все, что можно, откроешь изнутри этот замок и обратно плюху лежать, тогда вот это вот даже лучший вариант, что отлежаться, а потом открыть морозилку и достать какую-нибудь замороженную еду. Ну, в принципе, можно приготовить самой, а потом заморозить. Вот у меня тут замороженная еда. Очень вкусная. Сейчас закрою обратно тут этот жук. Навозник прискочит сейчас. Кстати, очень вкусное варенье у меня вышло, зрители. Я сегодня с остатками творога, который тут намутила. Но сил не было его хавать. Я схавала только сегодня. Блин, вляпалась. Оно липкое. Короче, у меня тут кусочки... вообще, я думала, кусочки яблок. Но на самом деле это черноплодная рябина, которая руня. С яблочным, по ходу дела, пюре. Или с яблоком, или кусочки яблок этой руни. В общем, очень вкусное вышло варенье. Небольшая такая баночка, я открыла, ну что мне там за хренотень. Оксана, по-моему, Самылова, я просто фамилию не очень помню, но, в общем, Оксана, если твою фамилию переврала, гамай на сайт. Извиняй меня. Это самое, сказала мне, что у тебя столько варенья, нахрен тебе покупать сладкое. Ну, вот я думаю, творожок я с вареньем ем, и тут я достала это варенье. Я помню, что у меня было клубничное варенье, кофту-то, кстати, уже уфентюлила. В общем, тут клубничное варенье. Выглядит оно примерно как из шишечек из маленьких. На самом деле это клубничное варенье. В прошлом году меня что-то так пёрло на всю эту клубнику. В этом году меня пёрло на клубнику, которую я перетёрла землянику с сахаром. И морозилку сунула, её уже нету. Я её всё схомячила. Я достаю одно варенье, потому что помню, что оно было там. А потом вот это варенье. И вот оно внезапно такое вкусное. Я его даже с чаем с мате фигачила. Яблоко срезанное, но оно немножко больное было. Я его вчера принесла, срезала, думаю, и утром захомячу. Я что-то раничу такую стала, ну, до яблока пока руки не дошнём, там кабачок есть. Кошка свалила. Я так понимаю, что давно стрима не делала, ну, вот как-то мне не получается, я не знаю, на какую тему надо стрим. О, вот она где! Упала, я думаю, куда она? Я думаю, кошка что ли уконтропупила. Она ее не уконтропупила, она ее уронила. Фигня, которую я уши промываю. Вы-то чистите, а я промываю. В общем, я сейчас что вспомнила, тут релизнула вчера, что ли, позавчера эту 43-ю главу с Рибоку. И обычно меня после релиза как-то такое опустошение, мне надо какой-нибудь аниме посмотреть. И тут я думаю, что бы такое посмотреть. Вспомнила, что мне советовали учителя Нидзука, или как-то так. И я так поняла, что учитель, про которого я делала как-то стрим, на который никто не припёрся, прям косплей этого Нидзуки. А Нидзука, оказывается, 99-го года выпуска. В общем, я в серии 11 или 10 просмотрела, учитывая, что первая серия на 40 с чем-то минут. Я так это поржала. Очень клёвое аниме. Спасибо тому, кто мне его тогда посоветовал. Да, мандариновые шкурки. Я специально их положила сюда в надежде, что кошка, когда я работаю за ноутбуком, на кухне не будет туда лазать, потому что они будут пахнуть. Но они уже подсохли, и кошка их уже не боится. Все, наверное, зритель, у меня тут палец в камеру лезет. Не знаю, лапа вроде меньше дрожит. Кошку уфентюлила. Ну, там этот вкусное. Кстати, зритель, я тут открыла для себя такую штуку. Похоже, дело снега прибавилось. Или он пошел. Или он прошел, пока я тут трындычала и посуду мыла. Если красную чечевицу сварить больше времени, чем нужно, то она становится пюре. Слушай, она такая вкусная, я на мясном бульоне делала. И мне так понравилось. И кошка жрет, и я жрет, кушает. И вчера еще ходила туда-сюда, освободила, короче, шкаф от своих коробок с пылесосами, которые выиграла на розыгрышах Китвард среди тех, кто покупал их технику и делал на это обзоры. И иду, смотрю, кошечка так мяк-мяк, черненькая. Думаю, блин, сейчас до дома дойду, возьму пожрать и что-нибудь, и обратно приду. Но у меня сухой корм уже весь закончился на днях как раз. Я и в мисочку такую пластиковую, вот сейчас хочу прогуляться, глянуть, есть ли эта мисочка. Потому что как-то выносила корм кошкам, ну, там было что-то такое, какая-то еда, короче, которую кошки едят.
Положила специально в контейнер, ну, контейнер куда-то выкинули. Думаю, блин, вот все знают, что в том месте кормят кошек. Неужели трудно вот оставить этот контейнер, что на асфальте же неудобно, все равно им это есть? Или выкладывать на этот асфальт? Сами же эти люди не жрут на асфальте. Хотя подозреваю, что это выкинули именно те, которые выкидывают этих котят на улицу, и потом эти котята становятся большими кошками. Короче, я положила ей в мисочку такую, ну, контейнер там из-под чего-то, под какой-то еды, без крышки у меня был, положила это и красной чечевицы с вареной в курином на этот раз бульоне. Прям пюре такое вкусное, очень по вкусу и по цвету напоминает гороховый суп внезапно. Вынесла, кошка-то у меня это жрет, вынесла, а кошечки нет, есть только рыжий котик, который тут ко мне на яблоне прыгал. Ну, в общем, в итоге котик пожрал. Ладно, зритель, наверное, пока. Ты, если что, можешь негативно срать в комменты, можешь позитивно комментить комменты, писать в комменты. Можешь еще что-нибудь такое сделать. Короче, движуху создавай на канале. Ну и добра тебе.